Интервальные тренировки – это тренировки, которые помогут тебе сжечь лишний жир и придать рельеф твоему телу. Выполняй каждое упражнение в два подхода по 20 секунд с 10-секундными перерывами. Прыжки в выпаде. Исходное положение. Сделай широкий выпад назад. Держи спину ровной. Колено опорной правой ноги не выводи за носок. Колено левой ноги смотрит в пол. Сделай шаг в сторону правой ногой. Затем, не выходя из положения выпада, левой ногой в прыжке поменяй положение ног и вернись в исходную позицию. Прыжки в стороны из положения планки. Прими положение планки. Ладони под плечевыми суставами. Спина ровная, пресс в напряжении. Не выходя из планки, сделай 3 прыжка стопами в стороны и одним прыжком вернись в исходное положение. Старайся не выталкивать ягодицы вверх и держать корпус параллельно полу. Поочередное касание пола рукой в приседе. Исходное положение. Расставь стопы на ширине плеч. Бедра параллельны полу, спина ровная. С помощью прыжка прими положение приседа сумо. Коснись правой рукой пола. Оттолкнись пяткой и прыжком вернись в исходное положение. Повтори прыжок, касаясь левой рукой пола. Планка на одной ноге. Исходное положение. Стоя на опорной правой ноге, левую ногу согни в колени. Опусти ладони на пол на ширине плеч. Прими положение планки, сделав прыжок на правой ноге. Левую ногу выпрями и коснись стопой пола. Вернись в исходное положение и наверху сделай прыжок на опорной ноге. Принимая положение планки, спину держи ровно, пресс в напряжении. Ногу отводи максимально в сторону, не разворачивая корпус наружу. Повтори весь комплекс еще от 2 до 8 кругов.